Основа жизненного пути – залог успешного будущего. Образование. В городском округе Щелково в этой отрасли трудятся талантливые люди, профессионалы своего дела. Они не только учат, но и воспитывают. Вот уже несколько лет подряд лучшие работники муниципальной отрасли отмечаются грантом главы городского округа Щелково, инициированным в 2020 году руководителем муниципалитета Андреем Булгаковым. На этот раз гранта были удостоены финалисты, победители и призеры конкурса «Педагог года». Андрей Булгаков поздравил их и поблагодарил за непростую и очень важную работу. Я благодарю за работу, за то, что откликаетесь и действительно пытаетесь привносить что-то интересное, новое, перспективное. И благодарю ребят за то, что помогают вам становиться лучшими и город возносить до сферы образования, до высочайших уровней. Благодаря самоотдаче педагога у ученика развивается жажда знаний, стремление узнать как можно больше, искренний, настоящий интерес к наукам. В нашем городском округе очень много талантливых ребят. Они не только отличаются отменной успеваемостью в школе, но и добиваются успехов в олимпиадном движении. Так, грантами главы были отмечены победители предметных олимпиад. Хотел бы поблагодарить сегодня главу нашего городского округа Щелково за то, что он таким образом поддерживает учеников. Меня в основном с детства тренировала мама, я читала различные книжки. У меня есть брат, который также участвовал в олимпиадной деятельности. Он был призером по истории и победителем по географии. И, конечно же, это учителя, то есть Наталья Михайловна Симонова, мой учитель по истории и обществознанию, который также внес большой вклад. Учитель года, воспитатель года, педагог-психолог, воспитать человека, сердце отдают детям. В этом году программа конкурса профессионального мастерства включала 5 номинаций. Участникам предстояло пройти несколько туров, финальный аккорд награждения победителей и призеров. Теперь лучшие из лучших представят округ на областном конкурсе. Я горжусь тем, что сегодня являюсь победителем конкурса «Воспитатель года» городского округа Щелково. И для меня большая честь и ответственность представлять городской округ на областном этапе данного конкурса. Но сегодня мне хотелось бы, наверное, поблагодарить всех, кто принимал участие и помогал мне в подготовке конкурса. Этот конкурс был для меня очень важен, потому как сейчас воспитание, оно выходит на первый план, и участие в этом конкурсе и эта победа дало мне какой-то личностный свой рост. Мой директор Марина Петровна Мирошниченко была права, что она меня направила на этот конкурс и оказала мне доверие представлять нашу школу, потому что в процессе конкурса мы настолько сроднились с финалистами, настолько мы сделали много нового, интересного, творческого. Горжусь тем, что стала победителем, горжусь своими коллегами, увидела очень много интересных людей. Постоянное развитие отрасли – залог повышения качества образовательного процесса. И в городском округе Щелково для этого делается многое. Открываются новые учреждения, модернизируются существующие. Торжественная церемония вручения грантов состоялась в новом здании школы номер 11 имени Титова. В ближайшем будущем свои двери распахнут школы в микрорайоне Финский и в Новом городке. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.